Двухнедельные сборы команды легкоатлетов подходят к завершению. До старта считанные дни, нагрузки идут на спад. Но сейчас основным испытанием для спортсменов остается жара. Несмотря на все сложности, подопечные тренера Александра Мисюры настроены только на победу. Уже выступали по разу. С каждым годом набирают и опыта, набирают, и результаты у них растут. И главное, желание есть. Большие надежды в команде возлагают на Алибулата Магомедова. Мужчина метает лишь 4-й год, но уже успел проявить себя на всероссийском уровне. Чемпион страны 2019-го в прошлом году был 2-м. Мастер спорта из Левашинского района мотивирован вернуть себе золото, но признается, что метание диска на тренировках дается ему куда легче, чем на соревнованиях. На тренировках, в принципе, 17-17,5 бывает, но на соревнованиях все-таки не получается, так как на тренировках. Там переживания, волнения и так далее, психологическая подготовка большую роль играет, дорога, очень изматывают самолеты, пересадки и так далее. Ну, это так, приятные трудности, которые преодолевают. У каждого из этих легкоатлетов своя трудная судьба. Активные занятия спортом, уверенные специалисты, способствуют их социальной адаптации. Двери спортшколы по адаптивным видам спорта открыты для всех желающих. Девочки, мальчики, пусть там возрастные, даже у нас возрастные ребята, молодые тоже с удовольствием. Они сперва едут, классификацию проходят, их там проверяют специалисты. Когда присваивается класс, уже начинаем с ними работать. Знаем снаряды какие, веса какие. Ну, как говорится, Минспорт, вот сейчас школу адаптивную открыли, там помощь есть очень большая. На чемпионате страны по длинным метаниям сборную Дагестана представят более 20 спортсменов. Соревнования в Чебоксарах пройдут с 14 по 21 июня. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, Хадижат Гамидова, телеканал ННТ, Махачкала.